Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Шуравин, массажист-реабилитолог, телесный практик. И в этом видео я поделюсь с вами самомассажем коленных суставов. Этот рецепт используют до сих пор в Китае китайские народные врачи. Ко мне часто приходят люди с болью в коленных суставах. Это и артриты, и артрозы разной степени. И сейчас я поделюсь массажем, при регулярном выполнении которого у вас настанет облегчение, и коленные суставы перестанут болеть. Для этого нужно хорошее настроение и две ваши ладошки. Можно выполнять сидя, можно выполнять стоя. Берете ладони и начинаете похлопывать коленный сустав. Вот такие движения. Сбоку, спереди. Задней части особо не нужно, там лимфоузлы не простукивайте. Передней части, с боковой, над коленом. Почувствуйте такое жжение, покалывание. Потом вторую коленку. По 3 минуты на коленке. По 3 минуты на одно колено. То есть в сумме 6 минут. Ежедневно выполняйте этот самомассаж. И вы почувствуете, как коленные суставы начали двигаться. Им стало легче. Они начали жить. Регулярно выполняйте этот самомассаж. И все у вас будет в порядке. Занимайтесь собой, любите себя и будьте счастливы.